После звонка главе региона раскачались. Жители Козловки смогли добиться демонтажа старой игровой площадки, которая угрожала не просто здоровью, жизни детей. Только после звонка на горячую линию. 20 лет. Да. Никакого изменения, да. Вот так выглядела детская площадка в Козловке еще несколько дней назад. Из скрипучих качелей торчали гвозди, перила сломали еще несколько лет назад. Деревянные настилы разъехались. Сегодня вместо развалин пустырь. Конструкции успели вывести за несколько дней. Хотя обещали это сделать еще несколько лет назад. Неожиданно после вмешательства первого лица республики нашлись и рабочие, и деньги, и техника. Но эту зону мы не оставим пустой. Совместно с депутатами городского собрания было принято решение, что здесь сделать небольшую зону отдыха для пенсионеров, ближайших домов. Это здесь будут лавочки, будут установлены столы для настольных игр.